лучшее лекарство, лучшее средство от стресса – это добрая, хорошая песня. Особенно, когда ее исполняет человек, который не понаслышке знает о суровой службе. За его плечами служба в ОМОН и в отдельной роте спецназа «Рысь» при УВД в Вологодской области. Несколько командировок в Чечню. И уже почти 30 лет он пишет песни, которые близки всем, кто знает, что такое настоящая служба Родине. Боевой офицер, кавалер медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, кавалер медали «За отвагу», трехкратный лауреат всероссийских конкурсов авторской песни Виталий Леонов. Белым платком на прощание в проеме окна машешь мне вслед, оставаясь одна и надолго. Снова к оружию отряд мой призвала страна, и впереди ждут 6 месяцев командировки. Стало традицией нашей не дальше порога в путь неизвестный любимым меня провожать, чтоб расставание боль не забрал я в дорогу. Мне легче дома за дверью ее оставлять. Чтоб расставание боль не забрал я в дорогу. Мне легче дома за дверью ее оставлять. Сказано вроде бы все, только нет ощущения, что, уходя, обо всем, что хотел, смог сказать. Выразить всю благодарность, любовь без сомнения, ведь нам сомнения нельзя в свое сердце пускать. Верю в тебя, а иначе все просто без смысла. Ради тебя и детей я опять ухожу. Чувствую, как на ресницах слезинка повисла. Это та боль, что всю службу под сердцем ношу. Чувствую, как на ресницах слезинка повисла. Это та боль, что всю службу под сердцем ношу. Проста, и такая уж доля мужская. Взяв вещмешки, уходить отчий дом защищать. Снова разлука тоскою сердца разъедая, будет ночами нас мучить и не давать спать. Только надежда и вера всегда освещают путь тех, кто долю солдата до рвоты вкусил. И потому нас любовью Господь награждает, чтоб наши души согреть, когда нет больше сил. И потому нас любовью Господь награждает, чтоб наши души согреть, когда нет больше сил.